Всем привет! Сегодня я с удовольствием продолжу с вами разговаривать про мои волосы. К сожалению, для данного видео я выбрала вот именно такую вот прическу. Пучок, волосы собранные наверху. Это одна из моих любимых причесок, которая, честно говоря, занимает всего 2 минутки и которой я провожу большую часть своей жизни, потому что распущенные волосы я ношу редко. Как это не нравится моему молодому человеку, и тем не менее. Как вы знаете, я постоянно нахожусь в поиске новых продуктов, качественных, действительно работающих по уходу за моими волосами, потому что помощи ножниц я не прибегаю, мне нравится отращивать мои волосы, они у меня уже достаточно длинные, и я предпочитаю тратить силы на то, чтобы ухаживать за своими волосами, чтобы поддерживать их в здоровом состоянии, напитанным, чтобы мои кончики не надо было подрезать, потому что они секутся, либо чтобы мне, в принципе, не надо было прятать мои волосы, потому что они не совсем в том состоянии, в котором бы мне хотелось их видеть. Итак, оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди у нас еще очень-очень много интересного. Конечно же, в своей недавней поездке по Соединенным Штатам Америки я не могла не обратить внимание на продукты по уходу за волосами. Как вы уже знаете, как знают те, кто внимательно следит за моим аккаунтом в Инстаграме и, собственно, за моим YouTube-каналом, я открыла там для себя совершенно потрясающую марку. Марка называется OYE. Честно говоря, я уточняла, как правильно произносится данная марка. Мне в нескольких салонах сказали, что она произносится как OYE, практически аналогично французскому OYE. Данную марку создала совершенно потрясающая Джен Аткин. Это один из самых популярных на данный момент мировых стилистов. Стилистов, занимающихся именно волосами. Она достаточно долгое время уже является одной из самых любимых стилистов Ким Кардашьян. Вместе с ней совершенно недавно делала видео моя обожаемая Лиза Элдридж. И Джен Аткин приводила волосы Лизы Элдридж в порядок и делала ей укладку. Так вот, та самая Джен Аткин, она создала собственную линейку продуктов по уходу за волосами, и эта линейка совершенно недавно поступила в продажу в Соединенных Штатах Америки. Более того, могу сказать, что она не везде поступила в продажу, даже в Соединенных Штатах Америки, так она представлена в сети магазинов Sephora, но в Sephora я ее смогла найти только в Лос-Анджелесе и в Лас-Вегасе. Так, например, в Нью-Йорке она была представлена только в нескольких сефорах города, а в остальных данных продуктов еще не было. Я очень заинтересовалась маркой OYE, мне очень захотелось ее попробовать, тем более, что мне очень близка философия марки. Философия марки заключается в том, чтобы создавать продукты очень легкие в использовании, при этом эффективные, чтобы тот образ, который с помощью данных продуктов создавался, он не был тяжелым, не было вот этого вот ощущения overdone, когда тебя очень долго готовили, когда ты вышел из салона, и прям вот ты выхоленный до конца, вот чтобы ощущение холености было, но также чтобы присутствовала та самая такая очень модная в последнее время небрежность, как будто бы вот вся вот эта вот красота, она такая вот естественная, собственно, не тратили вы на укладку и на уход за вашими волосами последние 1,5 часа, а вот так вот встали с кровати, такая чуть-чуть растрепанная, с блестящими объемами волосами, и, собственно, это вот ваше естественное состояние. Это последний тренд в последнее время, причем не только в прическах, но и в макияже, ну и, в принципе, в одежде также. Итак, в марке OYE я взяла, как вы знаете, небольшой набор, набор мини-продуктов вот такого вот travel формата, и я взяла набор масочек. Собственно, это один тип маски, потому что в линейке OYE одна маска для волос, восстанавливающая. Treatment mask она называется. И я взяла вот такие вот 3 саше. Она есть в формате одноразовых саше, она есть в формате тубы, вот типа такой вот, только большой. Так как тубу полноразмерную мне на тот момент брать не очень хотелось, я взяла вот такие вот 3 саше для того, чтобы попробовать данную маску. Также их очень удобно бросать с собой в сумочку при поездке. И, собственно, место они не занимают. Занимает, и вес они тоже ничего не весят. Итак, сейчас я быстро пробегусь по набору OYE и расскажу о тех продуктах, которые в него вошли. Первый продукт, который вошел в набор, это вот такой вот Texturizing Hairspray.
Это легкий спрей, текстурирующий. В принципе, он по своим функциям повторяет функции практически сухого шампуня. Он очень хорошо приподнимает волосы у корней. Собственно, его и нужно, хорошо взболтав, наносить на корни ваших волос, потом, собственно, взбивать все это дело пальцами. Также он неплохо уплотняет ваши волосы и, в принципе, создает вот как раз ту самую легкую небрежность, которая и славится марка Уайи. Второй продукт от данной марки, который у меня был в наборе, он тоже в дорожном формате, это Wave Spray. Такая вот водичка в объеме 50 мл с вот таким вот носиком-дозатором, которая прекрасно увлажняет ваши волосы, которая прекрасно придает блеск вашим волосам, и также с помощью нее можно создать такую легкую волну. В моем случае, я думаю, что волны у меня не получится, потому что волосы у меня достаточно длинные, а, соответственно, и тяжелые, но, в принципе, при более коротких волосах, я думаю, что вот распылить данную водичку на ваши волосы и руками вот так вот их немножечко помять, то как раз получится вот тот самый такой эффект легкой небрежной волны, которая сейчас очень-очень популярна. Еще один продукт от марки Уайи, который вошел в набор, это такой вот finishing cream. Он малыш, он в объеме 15 мл. Я его, честно говоря, брала для того, чтобы бросить в свою сумочку, для того, чтобы он там поселился. Это вот такой вот увлажняющий крем именно для волос, который вы наносите, если вы вдруг чувствуете, что ваши волосы немножечко суховатые. Я его, как правило, использую непосредственно для кончиков моих волос. Вот когда мне кажется, что мои кончики подпересохли чуть-чуть, я его наношу на волосы. Я его немножечко выдавливаю на пальчики, распределяю между пальчиками, и потом с пальчиков переношу на кончики моих волос и тоже очень-очень довольна результатом. Еще в данный набор четвертой позиции вошел вот такой вот комплект резинок. Здесь 1, 2, 3, 4, 5 резиночек от марки Hawaii. И здесь такая вот смешная надпись «In case of emergency» — вскрыть в случае аварийной ситуации. Как я же вам рассказывала и показывала, также я взяла 3 саше маски. Маска универсальная, называется «Treatment Mask». Каждая саше в объеме 9 мл. Не знаю, честно говоря, данную маску еще не пробовала. Надеюсь, что на мою длину мне хватит одного саше, хотя, в принципе, на меня расход продуктов достаточно большой. Ну, я думаю, что так как эта маска именно питательная, лечебная, то я ее буду наносить не на всю свою длину волос, а на вот от середины и ниже, собственно, на кончики своих волос для того, чтобы их подпитать и восстановить.